Поехали внука видеть. У меня родилась внук 6 апреля. С радостной вестью одновременно пришла и беда. О событиях прошлого месяца Зифа не может вспоминать без слез. У семьи Карнауховых из села Татарский Сайман Николаевского района в конце апреля сгорел дом. А вместе с ним все имущество, хозяйство и документы. Обрести новый кров помог двоюродный брат женщины. Сейчас семья, где растут две приемные дочки, обживают дом в том же селе. На призыв о помощи откликнулись неравнодушные люди из Ульяновской, Оренбургской, Пензенской и Нижегородской областей. Удалось сделать ремонт и обустроить комнаты. Мебель тут ничего не было. Голые стены были, зашли к нему, и все, голые стены. И с 21 апреля начали, 12 мая мы зашли сюда, уже ночевали. Не остался в стране и в Рио губернатор Алексей Русских. О трагедии в семье глава региона узнал из сообщений в соцсетях. Выехал на место, пообщался с семьей и главой района. Во время беседы Русских пообещал решить вопрос со строительством бани, в которой так нуждаются Карнауховы. Я слышал, там по бане были у вас вопросы. До 1 августа вам срок бани будет предоставлен. Это я вам обещаю. В Рио губернатора приехал не с пустыми руками. В день семьи поздравил Карнауховых, вручил цветы и подарки. Рената Алиулова, Артем Куранов, Улправда ТВ из Николаевского района.